Две велосходы. Один огонь. На одно деление меньше сделай. А? Восход, я клин, да. Зависла, сука. Наверное, мало. Периодически, да, выезжаем в основном работать с закрытых огневых позиций. То есть начинаем вскрывать блиндажи противника, укрытие, где он укрывается. Перед, грубо говоря, штурмовыми действиями наших подразделений штурмовых. Малые действия, когда уже прорываемся прям конкретно, да, выходим на прямую наводку, то есть поддерживаем наших парней прямым выстрелом по противнику, когда он уже полностью ошарашен, что на него, то есть и артиллерия, и реактивные снаряды летят, то в этом случае, да, мы работаем с прямой наводкой.